Развивать экспортный потенциал, в том числе компании малого и среднего бизнеса, одна из задач, которую поставил президент России. Ее стараются выполнять и алтайские бизнесмены, даже несмотря на пандемию. Компания Алтайского края здесь показывает свой потенциал. И уже более 70 компаний заключили экспортные контракты на сумму более 2 миллиардов рублей. Цель обучающей программы «Экспортный форсаж», организовал которую российский экспортный центр, помочь местным компаниям найти новые зарубежные рынки сбыта своей продукции. У команд, а попасть в программу смогли лишь те, кто доказал свою финансовую состоятельность, будут опытные наставники и тренеры. Планируются как семинары, так и практические занятия, как очные, так и заочные. Через образовательные модули их будет 6, через межсессионную консультационную работу. Главный эффект, который должен быть у предприятий от всего этого похода вместе с нами в экспортном форсаже, это заключенные новые экспортные контракты. И это реальность, ведь по итогам реализации экспортного форсажа в 6 российских регионах в прошлом году 58 компаний малого и среднего бизнеса смогли заключить 35 зарубежных контрактов. Татьяна Голубева, Александр Антропов, «День с толком».